Хорошо. Уважаемый Андрей Андреевич, что нас ждет в Украине? У нас нет боевых действий, много беженцев, но нет совсем работы. Что меня ждет по поводу работы? Запасов нет. Начинайте искать работу, начинайте что-то производить, начинайте на кого-то работать. Пишите объявление, ищу работу, обращайтесь в службу занятости, вам работу найдут. Не сидите просто так. Андрей Андреевич, в преддверии Пасхи, что можно сделать для улучшения материального положения? Для улучшения материального положения можно почитать мантры. И Тихолотуб, есть такая мантра у нас. Есть мантра Манджушри, мантра Манипхадры, есть коды. Почитайте это. Это школа Кайлас, где же все.